Государственный архив Ульяновской области от души поздравляет жителей нашей Ульяновской области с 78-летием Ульяновской области. Тут уж от тавтологии никуда не денешься. И наш архив хранит историю не только этих 78 лет, но всю многовековую жизнь, можно сказать, биографию региона, отложившуюся на пергаменте, бересте и бумаге. И хочется верить, что и наше нынешнее поколение также внесет свой достойный вклад в историю региона, и мы ее также будем хранить, а наши потомки будут смотреть, как же мы жили в 2021 году. И желаю всем, конечно, в первую очередь, здоровья, победить, наконец, болезнь, с которой мы столкнулись в прошлом году, и счастья, процветания и успехов.